Всем привет, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на своем канале. С вами Добрый Бобр. Итак, хотел бы поделиться вам с вами своей радостью. Я наконец закрыл миссию на арбитра, то есть добрался до арбитра. Самое сложное для меня стало гнездо паучихи, 20 уровень. Чем я только не пробовал проходить, но учитывая, как я уже себя позиционирую, среднестатистический игрок, то есть нет топ-шмота, который смог бы чудеса творить. То есть, несмотря на то, что у меня 2 ХС-ки, 2 элитных гвардейца, не хватало мне крит урона, чтобы разнести паучиху на раз. Итак, решил я делать тогда через выжигание, но из выжигателя у меня только великий галик, которого я получил на Amazon Prime. Итак, хочу показать вам прохождение паучихи на 20 уровне своей пачкой. Так, переходим на паучиху, если быть конкретным, на 20-ю. И здесь у меня следующая пачка. Это герцогиня Лилиту. Обзор на нее у меня есть на канале. Сэр Николас, лекарь, великий галик и Тайрел. Тайрел — это третьим скиллом сокращение полоски хода паучихи, плюс наложение штрафа атаки, штрафа защиты. Лекарь — это ускорение и отхил. Сэр Николас — это дамаг по всем паукам, плюс сейв команды за счет наложения щитов и неуязвимости. И герцогиня Лилиту — это аура скорости, во-первых. Во-вторых, скрывает команду от паучков, они агрятся на нее. Плюс ко всему, она дает усиление атаки и блок штрафов. Во. Ну а великий галик — это основной дамаг и выжигание здоровья. Вот опять же связка герцогиня Лилиту и великий галик. Чем хорошо, что галику уже не надо заморачиваться самому накладывать на себя штраф атаки, потому что это сделает за него герцогиня Лилиту, и он сразу сходу может ходить своим третьим скиллом, то есть накладывать массовое выжигание. Итак, поехали, 20-я паучиха, пачка моя. Thank you.
И вот паучиха повержена. Да, кто-то скажет долго, 4 минуты, но лучшее время было 2 минуты 21 секунда. В общем, меня это устроило, и я без проблем, без всяких фейлов прошел 20 уровень 10 раз на автобое. В общем, такая у меня получилась команда, такое прохождение, моя маленькая победа для себя. И, то есть, если возникает вопрос по поводу скоростей и меткости, то у Галика у меня получается 179, если я не ошибаюсь, скорости и 201 меткости, ему в принципе хватает. У всех остальных скорости чуть побольше. Вот такой получился небольшой видосик, обзор. Всем спасибо за просмотр, всем добра, всем пока.